дубина. Очищенная. Пойдем, иди сюда. Иди сюда. Тихо. Либо берешь неочищенное. Иди сюда. Иди сюда. Все, там сиди здесь. Нет. Сиди здесь, пожалуйста. Чем сиди здесь. Здесь. Сейчас, Татьяна, понеслась? Какие? Да, давай, думаем. Насчет, думаем. Ну, розетку вообще надо оставить. Она все-таки, мне кажется, не нужна. Ее надо тогда функционировать. Она делает. Она... Значит, надо делать дырку в задней стенке у шкафа. А что, так его нельзя просто? Не дододвинуть? Да, конечно. Да. Давай померим. Да и поставляем. Просто проверим. Ну, все. Видишь. Ну, что ж, сначала, эстетика не нарушится? Сначала так, потом так. Да, рабочее все. Действующее. Основные вопросы? Так, ну приподними над плинтусом, чтобы он прошел сейчас. Я вообще боковина вообще... просто к плинтусу прижимается. Да, я его просто подниму. Да. Вот. Ну, если там вот сделать пропил, то это все как бы задвинется и станет щелочка. Чувствуешь шнур? А пропил можно, не пропил, а просверлить? И то пропил. Надо дырку заделать. Ножом, ножом сейчас. Дырку, прям, чтобы розетка полностью. Да. Давай. Сейчас посмотреть полки у нас. Куда вставляются, в каком углу. Давай. Рулетка. Рулетка в этом, да? Или у тебя есть? Рулетка вот где-то была. Когда ты говоришь, что ты приносил рулетку? Да, так я не знаю. Я оставлял просто вот на том. Это значит, они где-то. Это значит, они где-то. Ну ты что, бросаешь-то его, белка? Вот. Ты что? Нафиг ты здесь тусуешься? Иди сюда. Что бросаешь-то его? Это же первый. Это дубина, блядь. Простите. На, сиди здесь. Все, не это, не выжоркивайся, блядь. Сиди там. Куда ты его понесла, блядь? Ты че? Поинтересуюсь. Порылый, блядь, создание. Нахер ты его сюда несешь, ебанутая, что ли, блядь? А? Ты че? Иди сюда, нахер ты его туда носишь-то, зачем? Ну а что, диагноз так и не сказали, да? Все, неси сюда. Неси сюда. А здесь, в нашем. Морально поддержать? В натуре ты животное, блядь, ты че? А? Вообще, что ли, пизданулась, блядь? На? Вы что творите-то, блин? Так, допустим. Охуеть. Сука, ой, простите. Так, странно все, блин. Странно все, блин. Очень странно. Куда-то. Да опять сюда его принесла, конечно, ебанашка, блин. Она просто охуевшая. Ну это... Первые шаги там. 100%. По-любому, парни, аккуратно, там камера стоит, чтобы не пизданулась. Сейчас вот его сейчас рем резать. Ну, в принципе, она не нужна. Вот это ты животное, а? Ты что, блин? Вообще, что ли? Ну?